Ведьмина свеча. Здесь еловые шишки и можжевельник. Небо лазурное сейчас. Сейчас буду расклад делать. И рассматриваю, тут с жучками игралась. Короче, делом занята. Важнейшим. Потому что мир состоит из маленьких и больших деталек красоты. Скелетирование этих листиков, потом я их заберу. Ветер круговой, достаточно сильный, у меня колоды сносит. Красотища. Мурашки тут бегают. Там какой-то гигантский муравей. Я, кстати, сейчас шла какой-то период гигантских муравейников и гигантских муравьев. Приходилось идти прямо. Вон идет какой-то где-то зверь. Ты куда пошел? Ты где зверь? Пропал. Этот приходилось там на цыпочках идти, потому что их огромное количество. Понятно, я расклад делаю. Зато спокойно стало. Мне надо было, наверное, переключиться. Я только что Таро рисовала, и я еще в Аркане Мир сидела. Не хотелось ничего делать, сама расклады слушала. Вот он какой гигантский. Ты где? Вот таких много на дороге. Антенны может. За. Надо бы ее, наверное, на алтарик поставить уже. Боже, как пахнет этим можжевельником и елью одновременно. Она еще и это докуривает. Еловая энергия. Кстати, тот, кто смотрит, тут получается, раз уж я начала снимать, пусть это будет мини-медитация. Вот скелетированные вон желуди. Здесь рядом есть эти паразиты желудевые, но... Сейчас я, наверное, их подтяну сюда, если не увижу отдельно лежащие. Вот скелетирование, тоже энергия разложения, отмирания. Тоже энергия жизни, хотела сказать. Ну, назовем энергия жизни. Энергия Вселенной, энергия бытия. Под елью, если вы помните, ничего не растет и не живет. Сейчас. Под елью... Обычно просто все в иголках. Она генерит поле, это генерит энергию отмирания. Важную, очень важную в определенных аспектах, в определенных моментах, в определенные периоды для завершения. А, допустим, у каждого из нас есть сейчас моменты, которые надо завершить. Или какие-то гештальты незакрытые из прошлого. Те, которые уже пришло время закрывать. Потому что мы часто пытаемся закрыть то, что нам еще надо продолжать.
то, что мы сами притянули как шанс, то, что нам идет в развитие, а мы стараемся это закончить просто потому, что развитие — это всегда болезненно, это всегда страшно, это всегда новое. Это надо иметь кайф и драйв от этого нового, чтобы идти на новую территорию и при этом не умирать от адреналиновых атак. Вот, и поэтому вот тут мы всегда стремимся закрыть двери, которые несут нам, ведут нас к счастью. Надо там пройти первых 10 шагов болезненно. А есть миллионы зон комфорта, в которых уже все сдохло. Прошу прощения за мой французский. Это мертвые энергии, но мы не даем им разлагаться и продолжаем их как-то выращивать, поддерживать, возвращать в свою жизнь. Они уже разложились, воняют, а мы их продолжаем возвращать. Вот эти, никак мы с которыми не распрощаемся, энергии, вот давайте их сейчас в этой свече и сожжем. То, что не несет окрыленности, то, что несет тяжкий груз, и даже при мощной мозговой атаке, но точно это не несет радости, счастья, ну хотя бы потому, что не приносила его и раньше. У каждого есть такие ситуации. Кстати, у нас тут есть еще нашествие жуков, я с ними сидела, вот смотрю, два еще. Товарищ, вот, товарищ, и тут где-то второй был. Такие они дзен-буддисты, эти товарищи. Он сел на руку и долго-долго на меня смотрел. Классно. Где-то второй. Из старых пинеточек, из того, что не удовлетворяло полностью и тянуло выбежать оттуда, из того, во что трудно возвращаться и не хочется, из этого надо выходить. Дом, в который не хочется возвращаться, это не дом. Это ночлежка. Комфортно, уютно, но ночлежка. Дом – это туда, куда ты бежишь из компаний, отовсюду. Тебе хочется все побыстрее, чтобы закончилась работа, путешествие, чтобы ты оказался вот в этом пространстве любви. А все, что не является домом, все отмерло уже. Всему надо дать умереть до конца, помочь ему умереть и разложиться для того, чтобы начать новое. Это я все еще не вышла из аркана, который я сейчас рисовала, и из себя жрицы Египта. Там как раз аркан мир, я только что его надиктовывала, потому что я ворона и забыла тетрадку. Хотела видео снять с описанием аркана нарисованного. Пока вот в голове его несла, пока был поток, хотелось объяснить. Думала перед раскладом трактовку карты одну записать, но записала аудио, потому что тетрадка на входе осталась. Видными свечи, обычно без фитилей, именно потому, что горит все тело свечи, травки. В моем случае здесь шишечки, а тут шишки нет, разбомбленная шишечка, разобранная, и ветки, иголки можжевельника. Вот они видны, беленькие. Вообще-то, когда я это лепила, я покололась сильно. Но я люблю медитировать с еловыми шишками, сосновыми, там немножко другой дзен. А еловые — именно такая мертвая зона, и тишина наступает внутри.
аромат какой. Тут нет аромамайсел, тут можжевельник так солирует и ель, когда горит, очень классно. Немножко сяду за раскат. Какой запах. Еще и копченый ко всему. Такой запах хвои и камина почему-то. Дымок, и там арома масла из хвои выходит, из шишек. Ты где? Друг сердечный, ты только что был. Ты где? Блин, я его не вижу. Ну, ты только что здесь был. Жучок пришел. Все, начинаем работать.